Здравствуйте, дорогие друзья! Вас замучил кашель? Нас тоже! Но у меня есть одно секретное оружие. Сироп от кашля, профилактика простуды и гриппа. Также дополнительно вышел еще один сироп при эпистархозе и лимблиозе. Две замечательные новинки для вашего здоровья, которые обладают поистине волшебными свойствами. Объем наших новинок составляет 100 мл. Первый сироп от кашля – профилактика простуды и гриппа. В его состав входят сухие растительные экстракты солодки, чабреца, шиповника, мати, мачехи и подорожника. Мы его принимаем по 2 чайные ложки 3 раза в день во время еды. Можете запивать его чаем или минеральной водой. Курс приема до полного устранения симптомов. Он имеет яркий аромат трав, пахнет в первую очередь солодкой и чабрецом. Выглядит он следующим образом. Вот такой у него цвет, карамелизированный. На вкус очень сладенький. Если кто-то пил в детстве, либо сейчас корень солодки, то он его очень сильно напоминает. То есть очень тоже такой сладкий, приятный вкус. Следующий сироп при эпистархозе и лимблиозе. Он помогает оказывать восстанавливающее действие на печень. В его состав входит сухие растительные экстракты коры осины, расторопь шипятнистой, солянки холмовой и пижмы. Выглядит он следующим образом. Его мы принимаем по 1 чайной ложке 3 раза в день, через 30 минут после еды. Также можете запивать его либо чаем, либо минеральной водой. Его курс приема составляет 1 месяц. То есть вы его пьете 1 месяц. Цвет у него точно такой же, карамелизированный, как и у сиропа от кашля. Имеет яркий аромат трав, но чуть-чуть покислее, чем предыдущий сироп. На вкус он послаще, чем сироп от кашля. Вот такой сиропчик у нас. На сегодня у нас все. Будьте здоровы, а мы увидимся с вами в следующем видео. До новых встреч. Пока-пока.